Топоги надо? Они кожаные. Так. Ну, все на баф. Ну за один заход ты выполнишь эти квесты. Да, тут, ну, тут по-моему, ничего сложного нет. Ничего, тут ту книжку ты же знаешь, где забирать? Не. Я уже такое не вспомню. Я не могу атаковать эту цель. Я тебе покажу. Там будет, короче. Я не сильно большую пачку нагрел. Да, вроде держу. Я немножко их это. Если отойдут. Мне. Помоги. У меня проблема. А проблема какая? Мы босса убили. А, босса убили? Мы уже убили босса, вон. Меня хуярят. Прикинь, с этими мобами еще. Да пиздец нахуй, я стою, блядь, меня, блядь, просто пиздят нахуй. Вот вы и открываете, конечно. Ничего не знаю, я ману вспомнил. Что за хуйня? Ну, открывайте дверь. Открывается? А в смысле, как ее открыть-то? Поговорить надо. Встретиться с тобой большая честь. Она должна открыться. Так там... А, вот, вот, я поговорил с этим челом. С Некром? Он должен открыть. But the old wizard has many tricks up his sleeve, and we were detected by a magical ward. I was thrown in this prison. Vincent was not so lucky. I must return to Hadrick to debrief him at once. But first I will pick the lock to the courtyard door for you. Perhaps you can try your luck against the foes that lurk beyond. Опыта вообще нет, нихуя кто-то говорит. Да. Так как-то. А, не восприимчивость, понял. Музыка еще такая забавная. Хорошая музыка. Так, вертушечку подрубаю, циклончик пошел. Ah!
опыта, да, нихуя не дают. Ну сюда идут ради шмоток, понимаешь? Допустим, если тебе надо какую-то шмотку выбить, то ты сюда идешь и выбиваешь. Мана кончилась? Как так можно? Братан, забирай, если надо. Ну такое пойдет. Ну тебе надо аддон поставить, который показывает, что он дает, да, лучше, да. На какой импакт, это 100% надо мод поставить. Вот мне даже не надо напрягаться смотреть, мне он показывает зеленый, да, допустим. Нужно ставить, если нет, то нет. Мне нужна цель. Мне надо, да, во-первых, что в донжах. Во-вторых, не дает опыта. А, вот то, что он шмотки собирает, что ли? Высокий уровень слишком. 20-й левел? Ты посмотри на мой левел. Так. А ты... Так тут квесты, типа... Квесты делать. Квесты какие? Вот какой уровень квестов? А куда он пошел? Камень возвращения? Опять он нажал. Мне ждать воин, танк, ужас. Смотри, пишет. Че? Они у меня серые, конечно. У меня не зеленые. Ну, тебе они подходят под левел твой, мне кажется, нет? Я говорю, они мне зеленые. Зеленые еще плюс-минус, а вот серые, оно вообще ничего не дает, считай. А там серики если... жалуются с 20 уровня, что не дают. Ну да. 20. Да, такое. Так смысл-то, блядь, не в этом. За квесты, блядь, дают 4К, блядь. Чё? Безу. Блин, уже закалывал, ты видишь. Ты убежал! Вернись! Я вернулся, братан, я вернулся! Я напулил пачку. Идеально идем, идеально, идеально, просто, просто. Мы как боженьки, просто всех разъебываем, я тебе говорю. Мы непобедимы с тобой, Андрюх. В курсе, нет? Че-че? Мы непобедимы с тобой, Андрюх. Мы одно целое. Да. Ща, погодите, я пытаюсь понять, че-че вам сказать. А чё там за конь светится? Не знаю, хочешь подойди, посмотри. Ну его ударить только можно. Ты что делаешь, нежить, воин, дебил, что ли, фир в данже? Чё, блядь? Не-не, не сюда, не сюда, не сюда. Не сюда. Вот сюда. Слишком далеко. Вот это босс, кстати. Сейчас должен тут щит выпасть, по идее, мой. С
Мне, он очень сильно нужен. Очень сильно нужен. Блэк Сэрэнджи пусть мне выпадет. А что, нас четверо? А чего уходят люди? Да, типа то, что опыта не дают. Что? Так не за это? Блядь, тесак. Забираешь? Давай. Идем дальше? Как мы сейчас наберем? Подожди, я сейчас... Подземелье. Какое у нас подземелье? А мы в два очка не пройдем? Мы больше не можем никого пригласить. Так, и чё? Чё, нам заново уже его проходить теперь? Она, у нас тут двое осталось? Или нет, сколько нас? Сейчас мы выйдем отсюда. Косыгин где-то еще здесь. А, он убежал. Видишь, вон чел бежит, значит он убежал. Давай вдвоем попробуем. Так там же вон присоединились новые челики. А точнее один. Смотрим, сколько за квесты дают опыта. 5к, 4700. А, он есть, да? Ну вот у нас Косыгин здесь, Турхант. Ну, пошлите. Блять, подожди, там сзади за спиной. А он легкий. Поехали. Я буду по чуть-чуть пулить, потому что нас трое. Давай. Там один кто-то сказал, что этот нежить плюс воин. Это фу, прям. Это слишком круто. Так он сами начинал. Куда он убежал? What the fuck, man? Тебе сколько вообще опыта дают? Нормально? 20. 20, ебать. А надо пойти покруче дальше, а? Или как ты думаешь? Так надо все пройти в любом случае. Там, блядь, там за квесты сами опыт дают. Да, так оно копейки. Ну вот, допустим, если максимальный данж под мой левел брать, который мне доступны, там нормально дается опыт. Я что, тоже мне он опыта вообще не сыпет, мне кажется. Они все на это войдут. Агресса. Тебе надо это кожа, не? Так я ткнул так, чисто. О, посох. Мне нужна цель. Ну, он говна, кстати. Он, во-первых, зеленый. А тебе на синяя. У меня вы это восполняете, да?
Да, можно. Не-не, вот это можно добить. Ладно, нормально. Да? Ну давай. Подожди. Там босс, мы его не агрим. Давай сначала с этими. Угу. Хант, видимо, отъедается. Чего страшного? Кольчуга. Что это такое? Что? Восполняем или идем дальше? Да. Кстати, нормально уже с маной, кстати. Я вижу, у тебя прям не кончается. Да? Угу. Как тогда? Да, уже лучше намного, братан. Ну дай я тебя посмотрю, что это по шмоту. Смотреть. Ну посох вообще, дай бог тебе здоровья. Руш. А то у вас квест дали. Посох мощный, мощный. Все, я рейди. Это слабенький такой боссик. Либо я слишком сильный. Что, ну не понять. Возьму. Еще пару боссов осталось, и квесты сейчас сделаем. Тут скоро квесты уже будут. Угу. Вроде как, по идее. Вы знаете этот данж? Я просто тут немножко теряюсь. Я уже не помню. Я года два назад. А, вот там дальше. Там у ханта мана кончилась. Где он там? А, он хилится. Да. Я с ним пока разберусь. Ты запулил, не надо так близко приходить. Это я могу стоять так, братан. Да я что-то не обратил внимания. Нельзя так стоять, я могу так, они им похуй, понимаешь, они же боятся. Спина надо кому-то? Да, тоже такая. Что он стоит? Ничего не стоит. Но они изичные. Мы, я думаю, сможем даже вдвоем пройти этот. Я просто танкую. Да, у меня воспоминания как будто, да, типа, мы даже вдвоем его ходим. Да, так потому что у меня левел просто слишком крутой. Ну, танкую. И твои, конечно, баблы, они выручают очень сильно. Неуязвимость вот это. Ну... Вообще. Чтоб я без тебя делал, а ты без меня вообще. Скажи. Я бы точно хуй сосал. Не, ну хотя бы 30, я думаю, ты апнешь, там уже будет тебе полегче, братан.
уже полегче. Главное, чтобы мана у тебя восстанавливалась. Бля, босс! Босс! Ну ладно, ладно, давай. Охотник опять кушает. Невосприимчивость? Чего ты? Да. Ой, меня достанили. Я танчу, я как бы с ним бьюсь, с этим боссом. А мне еще не мату накинуть. У меня вертушечки еще нет, эх. Тебе надо? Я? Я не рад. Где мой щит, алок? Куда он пойдет? А, тебе Хан говорит, что тебе не быть, короче, танком. Не быть? Типа, агро нет, потому что... У меня? Да. Разве это так? Ну да. А-а-а. У меня агро нету. Ну да, тебе так, короче, да, тебе в дурочку надо идти. Ну вот. Там этот, еще челики пришли. Ну как где? Пришли? Они хотят, чтобы их засунули. Поэтому мне в двуручку, скорее всего, надо идти. Ну, двуручки нормальные, пока я не видел, чтобы я поменял, допустим. Да, он все правильно говорит. По поводу этого всего. Маны почти не осталось. Надо тебе пояс? Вообще нет, у меня уже лучше. Куда мы идем? Я не понял. Я тоже не знаю. Да идем, идем. Чистим и чистим. Они нападают на тебя. Я пытаюсь бросить агр себе. Вроде по идее как бы не сюда пошли, если честно. У меня такое ощущение. А чё, я вообще квест не читал, если честно. Как бы надо было бы. Ну ты квест тот сделал, который жмурик лежал? Ну да, его сделал. Еще два. Книга Ура и голова Аругала. Ты там держишься? Просто манки нет. А я-то продержусь. Что, 89 надо на маску? Батя, он растет, а чё он такой раст... Босс? Да, это босс, реально. Я себе. Мана кончается. Ремень, надо кому-то?
Я не знаю. Тут только на продажу. Это кожа, но это по сути этому. Тут кольчуга. Пояс. Тебе нужно? У меня синька. А, понял. Там дальше есть проход? Ой, подожди тогда. Подожди, подожди. Мне вот отсюда вот только нужно еще щит этот вытащить. Оу, щит, мэн. Щит, мэн. Это вытащить, да? И все. Синий. Он? Я вижу, как Хант бьет луком этого стражника по голове деревянным луком. This good. Блять, чуть не упал туда. О, это, кстати, возможно. Я тебе так скажу. Кем? Я уже проверяли в тот раз. Луком? Не, то что упасть можно. Кольчуга. Штаны надо? Я не знаю даже, сейчас обчекну свои. Сила, дух. Не, у меня лучше. Ну, возьму. Видишь, он агрит сразу их. Кани вышли. Выносим дух. Отдавайте. Тебе надо? Выиграть тут нормально. Нормально, оденешь? У меня просто примерно такие же. Ну, ты будешь думать, да? Типа, мои дают мне хп. А, мои мне дают силу заклинания, эти хп. Так, очень сильно только не путь, потому что... Я трех человек только запулил. Он на тебя нагрит. О, подхили, братан, подхили, подхили. Бабл, бабл, бабл. О, живем. Где наш хант? Блять. Блять, ты чё? Да хант, блядь, кинул. Ты чё? У меня мана кончилась. А чё ты не сказал, я бы не пулил бы. Так а ты их уже запулил на тот момент. Ну вы сможете их убить? Ну хант должен суметь. Ты убегай, если что. Потом меня восстановишь, я не буду это... Да. Если ты умрёшь, то я тогда уже возражусь. Понятное дело. Так, мы одного залупили. Так, вроде разобрались. Сейчас тебя поднимем. Манки попьем. Мамки? Манки. Да, манки.
Мне этот щит, блядь, процентов надо выбивать, сука. Сейчас поднимем. Это выбьем щит мне или нет? Ну, упадет, упадет. Ну, осилим щит выпасть. Так я-то на это как могу повлиять. Ты должен повлиять 100%, братан. У тебя же очень хорошая вообще энергетика. Ты в курсе? Теперь ты, в курсе. Ты не знал об этом? Не. Так, ну вот тебе просто никто не говорил правду, только я могу сказать правду. Хоть так. Поэтому у тебя очень хорошая энергетика, и у тебя 100% должна быть прилив щита. Anyway. Главное хотеть. Ну, сейчас кто-то скажет там в зале, хотеть не вредно. You know? А, все. Поехали. Поехали. А, так оказывается, мы всех вырезали почти. Ну, почти. Как я умер, я не могу понять. Кого мана кончается? У ханта. Бать, у него мана. А, мане так, так, а куда она у нас типа летает? Ладно, поехали. Я не могу. Могу. Дуб, кстати, стоит. Тут это босс. Это босс? Серьезно? Я на него возьму. Сейчас возьму. А, вот добить. Ебать, сколько их, а что так много их? Я босса попробую сейчас. Да его уже убили. Бабл накинь. Ты сможешь. Нужно больше маны. Понял, понял. Там, по идее, если бабл взрывается, он типа часть... Чё это? Кинжал. Кинжал. У меня нет цели. Зелёнка надо кому-то? Но она лучше, чем моя. Ловкость. Подожди, подожди. А вот сундук не побрали. А нет, побрали. На вас. Отхилишь? Да, да. А, это вот это монстр или босс? Ой.
почти не осталось. Ману, рини. Сейчас, я тут говно всякое выкину. Вроде как нам чуть-чуть осталось, совсем чуть-чуть. Угу. Два босса, по идее. Да. Так, подожди. А то, походу, не босс был, я, походу, обманул. Что-то имена какие-то. Смерть ругала, голова ругала. Все понял, а это вот дети. Все. Дети? Да. Пипец и сын получается. А сейчас. Вот и босс. И тут квест, кстати. Еще? Регините ману. Ману регините. Давай, давай. Сколько у него хп? 2-6. Да. Всего. Ну, поехали. А у него мало хп. Смотри, уже 1800. Сзади, кстати, у тебя квест. Он там это стоит. Видишь? А, что-то светит. Да. Да, да. Добрал? Давай, прямо время. Во время боя заберу. Спина хорошая. Да, спина хорошая. А в смысле? А почему не выполнено? Забрал книжку? Пойди голова его. Книжку а, забрал? Книжку-то я забрал. Там голова же его нужна. А спину ты забрал? Спина не. Упала. Нет. Кому упала? А сын? А он забрал спину. Подожди, а где голова? А, во. Я больше не унесу. Подожди, а что за хуйня? А, это не ругал. Да блять. А ты забрал книгу? Книгу забрал. О. Прошу. Да вон в чате написано же. Я не вижу. А, я кстати разобрался как это. Как вынести в отдельное окошко? Вот я думал, это собака, это есть ругал, а это не он.
нужна цель. У меня нет цели. Некуда класть. Этот зеленый. Ну, у меня он желтый. У тебя желтый, а у меня зеленый. Хильте меня, у меня хп нет. Ладно, я сам себя подхилю. Так уж и быть. Будь здоров. А, я вспомнил, тут, блядь, этот демон или кто. Мне нужна цель. Я пить. Так, и решать, что еще вы. То все. Ну, это последний босс. Да, 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 да. А он телепортируется или что-то такое? Ну да, но если надо его быстрее убить просто, да и все. Да, да, да. Мы его осилим, смотри, как он легкий. Я танкую, главное, а остальное будет дамажить. Ого! Он меня превратил. Я вас бью, ты прикинь? О, все. Скандыш не сдох, кстати. Ан не сдох. Ну, чуть-чуть. Смотри, какая штука классная. Прям мега хайпово. А да. Так, ща, блядь, слот нужен. Ладно, хуй с этим жилетом. А где голова? Где голова? А все. А я ее подобрал каким-то образом. Где она? Бля. Вышло.